Эй! Ха. Всем привет! И сегодня мы будем обозревать новый HeadKeeper от компании то ли HeadKeeper, то ли 50 Cloud. Непонятно. А HeadKeeper Evolution. Новая такая, новый такой клауд, да? Есть у меня старый, чтобы все это, собственно, сравнить. Давайте начнем, конечно же, с нового, заодно на нем покурим и посмотрим, что он из себя, собственно, представляет. Выглядит он вот в такой вот прикольной коробочке. Что внутри этой коробочки, давайте, собственно, посмотрим. Классический набор, это сам коллаут и, конечно же, резиновая ручечка. В этот раз, сейчас я соберу, все вытащу. В этот раз ручечку отдалили от самой крышечки, да, и в принципе здесь крышка совсем другая и коллаут совсем другой. И честно я скажу вам, выглядит это немного по-дешмански. Очень дешево это все выглядит, но при этом он все-таки свою функцию выполняет и в каких-то моментах даже лучше, чем выполнял старый. Но есть, конечно же, из-за этого много разных непонятных вопросов. Давайте начнем, собственно, с самой крышки. Как мы видим, она поменяла свою форму, у нее стала длиннее ручка и стали совсем другие лопасти. Но эти лопасти очень сильно шатаются. Также, что касается самого коллаут, то есть самого HeadKeeper, он стал тоньше и за счет этого он стал еще и больше. То есть от угла сделали ровные стенки, и из-за этого сюда помещается стабильно 4 уголька. 4,25. Для чего нужно ложить в коллаут 4,25 полностью засовывать, непонятно. Плюс он стал тоньше. И для меня непонятно, для чего нужно вот это вот отверстие. Для чего нужен вот этот разрез. Я думал вначале, что он со всех 4 сторон, но оказалось, что нет, и он всего с одной. Также здесь добавили пупырки, типа, чтобы угли не тухли, но все это хуйня, мы и так все знаем. Снизу, в принципе, ничего не поменялось. Такое же хорошее покрытие, к которому ничего, в принципе, не прилипает. И очень легко с этого смывается и легко снимается. Также, что еще? После курения на этом коллауде, на этом HeadKeeper, появился непонятный градиент на, собственно, самих закрылках. Какая-то часть стерлась, какие-то стали фиолетовые, перламутровые, какие-то стали золотистого цвета. С чем это связано, непонятно, я не химик, возможно, такая реакция металла на жар. Давайте теперь сравним его со старой версией HeadKeeper, которым всем уже прилюбилось. У нас здесь точно такой же комплект, но если сравнивать его по диаметрам, то наглядно видно, что размеры отличаются очень сильно. Также внизу он снизу он тоже очень сильно изменился от своего предшественника. По крышкам также все очень сильно изменилось, он стал почти в полтора раза больше. Также здесь весла не очень хорошо работают за счет того, что стопы, что на крышке, что на самом HeadKeeper, они находятся довольно-таки очень далеко по диаметру, по радиусу. И поэтому, чтобы догнать крышку до стопа, нужно будет нехило так немного прокрутить. Поэтому, собственно, вот так вот мы сейчас дождемся наши угли и попробуем на нем раскурить. Что хочу сказать сразу заранее. Раскуриваться стало все гораздо быстрее, нежели чем на старой версии. Потому что здесь металл тоньше, соответственно, 3 полноценно 25-х угля в нее залазят. 4, я думаю, будет уже слишком жарко, и колодка перегреется и сожжет следом ваш табак. Поэтому сейчас мы сходим за нашими углями и, соответственно, вернемся раскуривать наш новый вкус от Веджа. Люмиум, соответственно, лимон. Также я сейчас тестирую Меласа Кипер, Меласа Хуипер, я не знаю, как правильно называется, от 50 Cloud, и работает он вполне хорошо, и попозже, в следующем выпуске, я расскажу уже хорошо о нем.
Так, ну мы все же решили рискнуть и положить в него 4. То есть, ложа сюда 4 25-х угля, здесь даже остается место до половинки 5-го. Я считаю, что это перебор, но для быстрого прогрева это очень сильно нужно. Также, прошу обратить внимание производителей. Из-за того, что он стал ниже по высоте, то угли-то 25-е, и поэтому крышка до конца не садится, когда в коллауде, когда в хэдкипере даже 3 угля. То есть крышка полноценно не закрывает, хотя кому она нахуй нужна. Так, сейчас мы это все поставим. Закроем нашей крышечкой, но ультрамодной. И, собственно, немного прогреем. Ну, собственно, он у нас уже прогрелся. Я его заранее раскурил, чтобы вы этой хуйни всей не видели. Но, скорее всего, вы, как я раскуриваю, увидите тогда, когда будет надпись, что я разыгрываю 2 таких новых коллауда и еще кое-что. Так вот, собственно, давайте теперь разбирать. У меня здесь 4 угля, раскурилось это довольно-таки быстро. То есть с холодной колодкой 4 25 угля, табак Ведж, чашка СТ-шка, кальян Маклауд, колба обычная проливная, вода, то есть колби. Так вот, что я могу сказать? Курица, да, неплохо, очень круто, как бы, хотя это, собственно, непонятно. В принципе, свою функцию он выполняет, но людям будет сложно к нему привыкнуть за счет того, что формы-то он другой. Все привыкли к стандартной, и, честно признаюсь, он работает лучше, чем старый коллауд. Он быстрее, он дольше греет, он дольше держит жар, он быстрее нагревается, и, соответственно, угли, как ни странно, в нем не тухнут, а наоборот, сильнее всего, сильнее разгораются за счет, наверное, вот этой маленькой непонятной прорези, которой я не нашел никакого объяснения. Ну, а теперь, я думаю, дамы и господа, нужно к самому серьезному и к самому интересному. Если ты досмотрел это видео до конца, соответственно, ты хочешь получить тот самый коллауд, который я сейчас обозреваю. Итак, что же у нас получит победитель, а победителя будет 2? Победитель получит вот такой вот хэдкипер, то есть каждый из победителей получит по новому хэдкиперу Evolution. Отправлю в любую точку планеты, участвуй. Второе. Он получит вот такой вот шланг от компании CVP. Я сейчас покажу, что у него лежит внутри. У него лежит вот такой вот новый мундштук. Очень крутой, очень удобный. С него я уже курил, но с другого курил. Очень круто. И, конечно же, по моему мнению, одни из самых крутых софт-тач шлангов от компании CVP. Это самый лучший софт-тач, который только сейчас есть на рынке. К этому ребята отнеслись очень хорошо. Так, это все получат победители. Что нужно сделать? В первую очередь, подпишись на мой канал, ссылочка здесь и в описании. Второе, добавь меня ВКонтакте, ссылочка здесь и ссылочка в описании. Третье, поделись этим видео в социальные сети, ты сейчас увидишь, как это делать. И в-третьих, не забудь написать комментарий. Я хочу выиграть хэдкипер и шланг с мундштуком и вставить свою ссылочку ВКонтакте. Не написал комментарий, пролетел. Так что участвуйте, побеждайте. И самое главное, конкурс начинается, как только ты посмотрел это видео, и заканчивается 25 октября в прямом эфире на YouTube. Мы разыграем эти призы. Так что участвуй и побеждай. С вами был Дава Дым и Хэдкипер Evolution от компании 50 Cloud и CVP.